Сейчас нам много работать. Да нет, не много. Смеется яд. Но я потерял тебя. Каша висит, курочки сидят. Господи, слава тебе. Боже, всемогущий, дивный, любящий Отец наш, благодарим тебя за милость, оказанную нам в этот день. Посети покинутых, обездоленных, одиноких, вдов и сирот, голодающих, умирающих от голода. Пошли им потребное все для всей жизни и для будущей. Свет Евангелия да воссияет для всех, чтобы поверили в Голгофскую святыню жертвы Твоей, что за каждого из нас Ты пролил святую, пречистую кровь. Слава Тебе! Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! Я немножко хочу вам сказать. Вот смотрите. У меня были такие здесь ребята. Ну, явно дело, называют сегодня избыточный вес. Проще сказать, такого нет слова избыточный вес. А написано, без страха уточняют себя. То есть не боятся. Дальше, когда человек полный, у него глаза не могут быть впадины, они у него выпущены, написано, выкатились от жира глаза их. Жир наполняет глазные впадины, глаза на выпушку, как рак. У всех это одинаково. Это Библия говорит, выкатились от жира. Тебе надо это? Чтобы жир выдавливал глаза. И вот одному сказали, у тебя излишний вес. А нет, не излишний вес, а то у меня мускулы такие. Слышали такое? Кто так отвечал? Поднимите руку. Вон там маленькая рука поднялась. Еще напоминаю, самая развитая мышца у человека – челюстные. Он разговаривает, жует, плюет. Все это мышцы работают. Не мускулы здесь развиты на спине, вот где. Показывает один человек, зубами ухватывает, и груженный пульман 60 тонн. Вагон. Зубами строгие с места и тянет. И самая слабая мускула у человека, прямая кишка. То есть на выходе где шук-пук. Там вообще пользуется раз в день, и оно вам все атрофировано такое, лишь бы держало. Почему у старых людей песок, говорит, сыпется? Старый. Старпер. Называет так. Поэтому нужно тренировать мускулы, главное, вот где. Грудные, поклоны. Слышали? Я вам даю маленькое завещание, свое. Мне вчера на работе было трудновато. Я каждый раз готовлюсь к смерти. Если я умру, я наказываю, чтобы дети напомнили. Хоронить меня в моих старых сапогах. У меня специально в городе сапоги стоптанные. Я много на благовестии был. И написано на похороны. Никаких тапочек. Если я умру в сапогах, не пытайтесь снимать, иначе пну. И вылетит оттуда. Хоронить меня в моей потрепанной одежде, какая тюремная роба, где-то надо найти ее с подписью. На грудь заламинированная, Евангелие положить, Новый Завет. Целлофанов несколько слоев, кто-то раскопает, может быть, и найдет. Дальше, где крест, там можно написать фамилию, имя и написать Евангелие, Новый Завет, берите бесплатно. Там, чтобы висело несколько, чтобы дождь не замочил. Как только нету, опять подновлять. Чтобы я из гроба мог свидетельствовать. Обо мне я прошу не плакать. Так, для чуть-чуть, если. У меня стихотворение есть такое. Не спешите меня хоронить. Я прощаюсь с оставленным делом, телом. Обредите меня для войны, для последнего страшного дела. 40 дней по мытарствам идти. А там дьявол будет строить адские рожи. Бейте из тысячи ружей псалтырь. Помогите всем, с чтением и прочее. За покойных молитв не отрицаюсь. Кто помолится, во благо. Слышали? Да. Я завещание сделал, подписал, у меня ничего нету. Все расписал. Главное у меня наследник, это вот Владимир Александрович. На него. Там на него, на Виктора. И там еще на кого. Которое большое там. Только с условием ничего не продавать. Этим пользоваться. Так, слушайте внимательно. Вам тоже придется делать когда-то завещание. Вы тоже состаритесь. Похоронить по православному обряду, что тут положено. Доски не обшивать, крест. Поставить крест и закрепить там внизу железо или чем. Восьмиконечный крест. Рядом с моей мамой. Тут моя мама похоронена. Вот запомнили хоть маленько? Да. Вот. И здесь ничего не менять. Без совета.
совета это со священником. Здесь все вымерено. Ничего не надо больше добавлять. Только вот это сохранить. Вот это прибитые, где башни, везде проверить, прокачать, все не оторвалось ли, не перетерлось ли. Сейчас здесь будет ревизия идти. А пока качаться надо будет, отпустить к Надежде Васильевне, там пусть играют. У меня сейчас что, трое, сразу уходите туда. Роман занимается, Николай здесь, я еду к Барабашу, Володя занимается своей пастой. Вопросы? У меня вопросы, знаете. Молодцы. Вон он, вот вопрос. Давай. А можно будет вместо келей домики построить? Нет, можно, но это не сделать. Ну, можно. Я уже объявлял это в печати, в интернете. Мне сказали, есть такой богатый, очень большой человек. Он говорит, не знает, куда деньги деть. Ну, видимо, это была утка. Я сказал, приезжайте в детский лагерь и постройте, ну, я скажу, какого размера. Примерно так, человек на 50 мальчиков, на 50 девочек. Вот такие. А дальше внутри разберемся. Там вы говорили, на территории. А? Вы говорили на территорию этого скворечника. Да, там построить. Зачем оттуда там приходить? В ряд деревни. А зачем там, если лагерь у нас? Ну, остальное здесь, спите. Холодно, когда приезжает, другое. Никого нету, приезжают новые люди, чтобы могли там жить. Надо с прицелом делать. Вы же сказали, что этот лагерь можно оставить как музей еще. Да, это Жириновский говорил. В Сибири дать место Японии по размеру ее, и пускай будет автономная Японская республика. Действует по законам Российской Федерации. А Японию оставить как резервацию на всякий случай, как музей. Я это отношу к Потеряевке. Так, еще что? Все. По коням, по коням, по коням. Спаси Христос, поворот накрывающий. Ух ты. Ничего себе. Не стар. Что? Володя, переобуйся. Ну, наверное. Хотя, не знаю. Сырая трава-то еще, сырая она. Ой, бабочку, какую. Перышко мне даешь. Дядь Володя, можно что-то? Мальчик. Она здесь. А. О, молодец, Вика. Володя, можно что-то? А можно переобуться? Володя, можно переобуться?